Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о растении, которого ни в коем случае не должно быть на вашем участке, если вы хотите иметь здоровые деревья груши с урожаем. Итак, – это можжевельник. Но не простой можжевельник, не тот, который растет в наших лесах, а можжевельник казацкий, а также его ближайшие родственники. Можжевельник горизонтальный, можжевельник сизый, скальный, красный. Эти можжевельники, хозяева ржавчины, отличаются от других а особым типом роста. Они приподнимающиеся, стелящиеся. Это не позволит вам спутать их с другими можжевельниками. Итак, в чем причина? Можжевельник казацкий является главным хозяином опаснейшего заболевания груши ржавчины. Именно она вызывает осыпание завязей и появление на листьях сначала таких симпатичных желтых оранжевых пятнышек веснушек, которые к августу превращаются в черные пятна с рожками-наростами. Из-за чего груша теряет листья, она голодает, слабеет, ржавчина поражает даже побеги, вызывая их отмирание, и получаются целые язвы на ветках, дерево просто гибнет. Как результат распространения ржавчины на наших участках, иногда полный отказ садоводов от этого прекрасного плодового дерева. Но мы не собираемся так просто сдаваться. Поэтому, чтобы не потерять свои грушевые деревья, чтобы сохранить их здоровье, всегда иметь крупные, сочные, спелые плоды, пожалуйста, либо избавляемся от можжевельника казацкого на своих участках, либо заботимся о нем точно так же, как и о своих грушах. И что же мы должны делать? Во-первых, это обработки. К сожалению, справиться с этой болезнью можно только двумя способами. Способ первый. Мы полностью убираем можжевельник из зоны произрастания нашей груши. Это не только со своего участка. Споры ржавчины способны лететь сотни метров, а некоторые ученые говорят, что они летят даже за километр. Мы должны убрать можжевельники из наших садов, либо мы должны обрабатывать их теми же препаратами, что и грушу от ржавчины. И сейчас наступает очень важный момент – когда мы должны начать эту борьбу? Ранняя весна, конец апреля, начало мая совпадает с периодом рассеивания спор ржавчины. Именно в этот момент важно провести первую защитную обработку. Погода еще стоит недостаточно теплая, поэтому используем препараты контактные либо низкотемпературные. Например, это может быть Азофос, Бордоская жидкость, либо Хорус, либо Ракурс – это препарат, который зарегистрирован именно для борьбы с ржавчиной груши. И мы обрабатываем и наши декоративные можжевельники, и обязательно обрабатываем свои деревья груши. Споры ржавчина будет рассеивать в течение полутора-двух месяцев. То есть своими обработками мы должны будем перекрыть этот период. Обработки нужно проводить каждые 2-3 недели. Если погода стоит сухая, без дождей, то интервал можно увеличить. Но самый важный этап, самый важный момент, на который мы обращаем внимание. Ржавчина рассеивает споры, когда проходит дождь. Именно тогда создаются самые лучшие условия, чтобы эти споры рассеялись и внедрились в молоденькие сочные листья груши. Если вы не успели обработать до дождя или обработали давно, время прошло, то не меньше чем через 6-8 часов после дождя вам нужно опырскать свои растения. Какие препараты еще можно применять? В теплую погоду вам поможет Скор. Он работает при температуре от 16 градусов. А также такой известный препарат как Топаз, Топсин-М. Ну и конечно Ракурс, который показал высокую эффективность в борьбе с этим опасным заболеванием. Если вы сумеете своевременно провести обработки от этого заболевания, то сможете сохранить и здоровье ваших сладких ароматных груш, и свои прекрасные можжевельники ведь они не виноваты, что являются хозяином такого неприятного заболевания и украшают наш сад своей вечно зеленой хвоей, выделяя фитонциды. Помогите своим растениям сохранить здоровье и поверьте, они будут благодарны вам еще многие и многие годы. Ну и, конечно, борьбу с ржавчиной лучше проводить, сообща со своими соседями. Поговорите с ними, договоритесь вместе бороться с ржавчиной. И тогда, вполне возможно, эта болезнь исчезнет из наших садов навсегда. Процветание вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч у нас.